Вот. Поэтому, пожалуйста, начинаем читать. Ира. Что? Читай, пожалуйста. Ты слышала меня? Я слышу тебя, мама. Ну, и в чем тогда вопрос? Если ты меня слышишь, значит, ты должна выполнить задание, которое я тебе сказала сделать, мама. Так же должно быть? Немного. Это немного. Три задания это немного. Это немного. Я тебе сейчас как лупану, губы отобью. Читай давай. Начинаем. О. А? Только одно. Нет, не только одно, а три. Читай. Одно. Читай. Читай. Одно будет? Нет, будет три. Не три, а одно. Кира, будет три. Если нет, иди в угол. Слышала? Угу. Читай. Я ведь немного. Я и так немного тебе дала заданий. Немного. Три. Это немного. Да три задания. Это три задания, это немного. Я хочу другое. Хорошо, это не читай, читай вот эти два. И пирамидку. Нет, зачем пирамидку? Вот я в другой книжке сейчас возьму задание. Третье. Я не хочу три задания. Вот это вот. Подходит? Нет, мама, значит, я не хочу три задания. Будет три задания. Будет три задания, как ни крути. Три задания надо прочитать. Я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Значит, всё. Иди в угол, в угол, в угол, в угол, в угол. Не хочу. Все, это мое единственное слово. Я тебя, дорогая моя, не услышу. Если ты не начнешь сейчас читать, будет конец фильма, я тебе обещаю. Мама! Не надо мне, мама. Я уже все отговорки слышала сегодня 100 раз. А сейчас ты, если не начнешь читать... Я уже читала, все. Ты не дочитала. Дочитала. Нет, ты не дочитала. Дочитала. Нет. Дочитала. Кира, ты не дочитала. Дочитала. Нет. Дочитала. А если я сейчас еще вспомню, что ты вчера не читала, то ты будешь читать в 3 раза больше. Mm-mm. Вспоминать? Mm-mm. Начинай читать. Я так не хочу. Я тоже. Я больше. Кир, начни читать по-хорошему. Ты меня услышала? Да, я тебя услышала. Ну так выполни, пожалуйста, домашнее задание. Ира, я считаю до 3. Не надо. Значит, читай. Ира. Что? Не заставляй меня тебя наказывать. Мам, кто тебя заставляет? Я ты. Тебя не заставляю. Ты меня еще и как заставляешь. Нет. Еще и как. Я тебе говорю по-хорошему, Кира, надо учиться. Или ты собираешься быть самой глупой девочкой в Москве? Ну, тогда надо почитать. Тут все очень просто. Либо ты учишься, либо ты глупая. Все. Нет. Что нет? Я хочу другое. Какое другое? Там, где больше слов почитать она хочет. Какое другое? Я хочу там, где меньше слов. Все. Вон меньше слов. Или вот это большое задание читай. Выбирай сама. Какое примеры. Задание вы выбираете? Примеры будут после того, как ты прочитаешь. Не после того. После. Не после. Ира, пожалуйста. Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы.
Давай почитаем, давай. Я уже читала. Давай книжку твою прочтем всю. Иран, что? У тебя есть 2 минуты, чтобы начать читать. А можно мне вообще не читать? Можно. Куда собралась? Куда, куда, а не куда? Почитать? А ты давай не ори. Разошлась, как холодный самовар. Я не хочу. Да мало ли, что ты не хочешь. Я хочу немного. Я тебе и так немного заданий дала. Начинай. Иначе ты никогда с ним не справишься. Мама, смотри. Смотрю. Если мне прочитать вот это задание, вот это и вот это будет по сравнению то же самое, то, что и то. И что? Поэтому у меня нет выбора. То у меня можно, есть выбор третий только, вот это и все. Нет, это не третий, это дополнительно. Нет, я не хочу дополнительное. Значит, ты хочешь идти и стоять в углу. Нет, нет, нет. Еще раз, нет. Иран, давай не командуй. Я не хочу. Все. Давай почитаю. Я уже читала полминуты назад. Полминуты читала? Это вообще не читала. Что ты зачитала полминуты? Полминуты назад я читала. И еще 3 примера и все. Ну я же дочитала, ну читала я, ну читала, читала, читала. А ты малюпухонькое задание не считается. Давай читай. Считается. Не плачь. Давай почитай. Давай. Я не хочу читать. Я уже читала. Почему? Потому что... Чуть-чуть почитаем. Mm-mm. 3 задания. Mm-mm. Пожалуйста. Mm-mm. Ну, чуть-чуть. Ну, капельку. Mm-mm. А потом будем примеры решать сразу же. Mm-mm. Пожалуйста. Только если одно, ага. 3. Не 3, а 1. 4. Нет, 1. 5. 1. 6. Вот смотри. 1 только. Вот смотри. Дети в 6 лет должны читать 25-30 слов в минуту. За 1 минуту ты должна прочитать 25 слов. Знаешь, сколько это? Сколько? За 1 минуту. Сейчас. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот это вот и вот это все за 1 минуту. Сможешь? А должна? А ты за полдня это прочитать не можешь. Потому что я не хочу все читать. Ну надо, Кирусик. Или вот смотри. Тут 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 4. Получается 20. Здесь 20 и здесь 12. 32. 32 слова. Вот, вот это вот можешь прочитать за 1 минуту. Вот это и вот это задание. Сможешь? Ага. Давай. Ну только если 2 и все, ага. Начинай. Подожди, подожди, я сейчас время засеку. И как только минута закончится, вот секундомер. Приготовилась? Пальчик ставь. Приготовилась? Начинаем. З. И. Зе. Ма. Дальше. Лучше дальше. Не надо. Не надо. Дальше. У. Забыла вот эту. С. С. Ну,
Что получилось? Какое слово? Не, время заканчивается. Какое слово получилось? Ца. Ага. Слово какое? Курица. Неправильно. Я так не считаю. Тебе осталось 15 секунд. 15! Я не хочу так! Давай, читай следующее слово. Чтение – это боль, да? Я не хочу так. Так не честно. 3, 2, 1. Стоп. Ты читала за минуту 2 слова, а должна была 30. Чувствуешь разницу? Стыдно. Я пытаюсь считать. Стыдно. Еще раз потренируемся. Значит, давай читай. Да, мама, давай так. Я буду за 2 минуты попробую. 2 задания за 2 минуты? Угу. Хорошо, я засекаю время. Только давай лучше за 3. За 3 минуты? За 3 минуты 2 слова.